Ненастный вечер четверга, наш кузовной цех выпускает на свободу еще одно преобразившееся творение корейского автопрома – Kia Optima. Автомобиль, рожденный заново. Год и пробег машины остались в прошлом. Мы визуально обнулили это авто до заводских настроек, подарили ей вторую молодость. По статистике YouTube лишь немногие досматривают до конца наше видео, поэтому сегодня я начну с финала, с итога наших усилий. Хочу поделиться с вами одной мыслью. По моему скромному мнению, каждый из нас стремится получать удовольствие. От еды, общения с близкими, путешествий, работы, ну и, конечно же, от вождения автомобиля. Согласитесь, невозможно в полной мере получать удовольствие от автомобиля, когда он гремит, стучит, кряхтит. Тут не до удовольствия, это просто неприятно. Эстетическая составляющая тоже важна. Качественный визуальный образ дарит удовольствие не только вам, но и окружающим. Хорошо приходить рано утром на стоянку и видеть свой автомобиль блестящим, чистым, с идеальными зазорами и без изъянов. Поддерживать свой автомобиль в отличном состоянии непросто. Это требует усилий и инвестиций. Наша цель в кузовном цехе ВМЗАП – сделать так, чтобы после ремонта вам было приятно не только от качества нашей работы, но и от скорости ее выполнения. Ну а теперь перенесемся на 4 дня назад и посмотрим, каким этот автомобиль прибыл к нам на ремонт. ВМЗАП, капотня 32. Вот такой вот чудесненький автомобиль к нам сегодня приехал на ремонт. Правая сторона у него прекрасно выглядит. Левая сторона у автомобиля какому-то чужеродному воздействию подверглась. Ну, по работе что у нас? В общем-то, передний бампер будет меняться на новый, потому что лопнул вот так вот, вот бампер. Здесь стоит пластиковое усиление, кронштейн, который фиксирует его. Если паять или варить при демонтаже, монтаже последующем, это лопнет здесь место будет. Всегда под нагрузкой, поэтому здесь только замена. Крыло меняется на новое. Дверь передняя меняется на новое. Задняя дверь ремонтируется, заднее крыло ремонтируется. Ну, сейчас загоняем, моем, исследуем детально все и приступаем к ремонту. Приступили к демонтажу элементов. Крыло. Порог. Посмотрите, какое количество грязи, просто кошмар. Все клипсы забиты внутри, пришлось аккуратненько их поддевать потихоньку, вот это перед. Но все остались целые крепления, в принципе, порог удалось сохранить. Вот такое количество грязи внутри. Здесь небольшой залом крепления кронштейна крыла, это поправится все. Сейчас дверь отцепляем. Вот такое количество грязи было вот в этом месте. Здесь в целом тоже все крепления, кронштейны целые. Бампер автовладелец решил поменять. Не хочет ничего паять, клеить. Здесь оторвана защелка вот эта. Ну, такие повреждения, не сказать, что сильно критичные, но автовладельцу виднее. Примеряем новую дверь, посмотреть зазоры. Ну, вот пускай. Все? Нормально. Ну, вот сейчас более-менее. Поставили авто на стапель, подкинули дверь, да? В общем-то, удар был по касательной, по всей плоскости. Дверь подкинули и получаем вот такой результат. Здесь у нас ровно стыкуется все, а снизу маленечко у нас торчит. А торчит потому, что ушла маленечко петля. Петля у нас, получается, завернулась. Здесь мы петлю поправляем, зазор становится в ноль. И основная работа
будет вот в этом месте. Демонтировали заднюю дверь для подготовки покраски. Сейчас задача 220-м кругом убрать все риски царапки от наждачки при вышкуривании шпаклевки. После 220-го, Саш, какой будет кружочек потом у нас? Это под грунт. 220. 220 под грунт. Да. Близлежащая территория 220. Все подготовительные работы выполнены. На открытый металл наносим кислотный грунт. Кислотный грунт быстро сохнет, не требует шлифовки последующей. Защищает металл от окисления и от воздействия окружающей среды. Наносится тоненьким слоем. Для пластиковых деталей первый этап окрашивание нанесения пластик прайма. Средство улучшает адгезию между грунтом, наполнителем и пластиком. Еще один важный момент при нанесении грунта наполнителя — это постараться подобрать его в тон базовому покрытию. То есть, если у нас автомобиль был черный, то и грунт желательно использовать черный. Элементы, которые можно снять с автомобиля, мы грунтуем и сушим в камере. Сам автомобиль сушим инфракрасной сушилкой. Важный момент перед покраской автомобиля – влажная уборка в цеху. Правильно, Александр? Да. Жекич красавчик. Да, во всем. Загнали нашу оптиму. В камеру сейчас заклеим ее. И будем окрашивать. Как раз, напомню, заднее крыло, две двери. Переднее крыло, бампер. Бампер. И задний бампер, и накладка. Накладка была с повреждениями. Бампер сам целый. Переднее крыло новое. Подгрунтовали его. Так, и, ребят, еще один момент по поводу вот этого Санта-Фе, которым вчера видео я снимал. На котором мы делали капот, красили. По поводу безопасности, кто-то написал там под роликом, что к Максиму Шелкову поедет автомобиль. Новую панель поставили со всей новой безопасностью. Вот эта старая панель, ее демонтировали и в мусор. Вот подушка безопасности старая. Там единственный момент был, когда сработала безопасность при ДТП, разорвала почему-то контактную группу.
как вы можете видеть. То есть часть контактной группы осталась на подушке. Также ремни где-то здесь валяются старые. О, видите, как получилось? Вот эта пассажирская подушка безопасности просто вырвала с корнем все. А клейка, пленка, как отдельный вид искусства. Последний этап подготовки, протирка, обезжиривание, удаление пыли. Камера включена, вытяжка работает. Итак, друзья, красота все ближе и ближе. Базу нанесли. 2,5 слоя. Замечательная укрывистость краски. Все смотрится достаточно здорово. Все это дело у нас уже просохло. Дверь вот так вот выглядит. Внутри тоже покрасили. Сейчас приступаем к нанесению лака. Два часа в камере постоял, оптима выгнули. Пока подсыхает, мастер Александр занимается другим автомобилем. Гранд Старекс также в ремонте у нас. Ну, по оптиме все отлично в целом. Двери высохли. Вот такая вот прекрасная красота получилась у нас. Также были открашен порог, передний бампер. Задний бампер. И накладка, которая была запаяна. Здесь было сломано вот так. Запаяли, отремонтировали и окрасили. Итого раз, два, три, четыре, две двери, крыло и зад автомобиля. Задняя четверть, так скажем. Почти пол машины покрасили. Автомобиль готов. Пожелаем владельцу долгих и счастливых лет эксплуатации. Всем пока. До новых встреч.